В Донецком доме работников культуры прошел творческий вечер, приуроченный к 70-летию профессора кафедры струнных инструментов Донецкой государственной музыкальной академии имени Сергея Прокофьева Валерия Волкова, памяти учителя. В мероприятии приняли участие ученики, выпускники, а также учителя академии, в которой четверть века преподавал и творил Валерий Волков. Валерий Волков родился в 1949 году в Астрахани, там же закончил консерваторию. Был замечательным исполнителем и педагогом, учил других и учился сам. Брал мастер-классы у великих музыкантов. Одновременно со своей учебой в Ленинграде он брал уроки и мастер-классы у таких ведущих педагогов Московской виолончельной школы, как Галины Семеновны Козолуповой, Мстислава Ростроповича, Даниила Шафрана. Он ездил к ним на уроки, и Мстислав Леопольдович Ростропович готовил Валерия Владимировича к первому всероссийскому конкурсу виолончелистов имени Штримера. Такой талант не остался незамеченным. Он преподавал и выступал в России, Украине, Сирии, Канаде и Турции. Проводил мастер-классы в различных странах мира, но судьба его привела именно в Донецк. Весь творческий путь становления удивительного, творчески состоятельного, талантливого человека. Он проходил вместе с нами, не как в учебном заведении, совершенствуя свое великое мастерство виолончелиста, он проходил его как участник очень многих событий, происходящих в доме. Свою вузовскую работу Валерий Волков продолжил в Донецкой консерватории. В его педагогическом стиле не было авторитарности. Напротив, он умело направлял студентов в нужное русло, не подавляя их индивидуальности, вспоминает его ученица Наталья Беджакова. Я была его ученицей в 80-е годы, он здесь преподавал, в 90-е годы, когда начался период эмиграции и Советский Союз перестал существовать. Многие музыканты великолепные выехали за рубеж. Среди них был и Валерий Волков, но уже через 10 лет он вернулся в Донецкую государственную музыкальную академию имени Сергея Прокофьева на должность профессора кафедры струнных инструментов. Нам повезло и посчастливилось, что в Донецке работал такой педагог-виолончелист. Сегодня в Донецкой государственной музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, да и во всей республике, Валерия Волкова помнит и чтит как старшее, так и подрастающее поколение. Творческий вечер в его честь тому подтверждение. Я считаю, что такая музыка может научить чему-то возвышенному нашу молодежь, а самое главное – доброте и чувственности, то есть в наше, ну и так сложное время для республики. Творчество Валерия Волкова очень тронуло меня, и я считаю, что классическая музыка должна быть всегда востребованная, и молодежь должна посещать такие мероприятия.